Строительство дополнительных развязок появится в районе переезда возле завода ферросплавов. Это обусловлено скоплением большого количества автомобилей. Сейчас строительство идет полным ходом. Стоимость всего проекта – 2 миллиарда 100 миллионов тенге. Строительство ведет местная компания ТО «Трансмост Групп». На сегодняшний день работы по строительству самого путепровода подходят к завершению. На сегодняшний день у нас почти закончены работы по строительству самого путепровода. Сейчас мы занимаемся подъездами, думаем где-то одну сторону путепровода закончить где-то в феврале месяце, остальное, ну, до середины лета, я думаю, проезд должен быть готов по путепроводу. Сроки строительства у нас до 30 сентября 2019 года, но по нашим темпам, я думаю, до конца года мы уже закончим этот проект. Ширина путепровода рассчитана на проезд автомобилей в 4 ряда. Это значительное увеличение дорожной полосы. Уникальность данного проекта составляется в применении новых технологий, то есть геотекстиля, георешетки, геомата. То есть в дальнейшем данные материалы также увеличивают качество данной подпорной стены, то есть не будет просадок данной дороги. То есть и также стена подпорной стены возводится из кирпичей Тимаксом. То есть тоже имеет там архитектурный красочный вид. Помимо самого путепровода, в планах реализация работы по дополнительному освещению, переустройству электролиний и коммуникаций. Также есть намерение построить объездную дорогу и новый железнодорожный переезд в районе завода неметаллических труб. Дина Туригулова, Нурбек Утаров, телеканал Актюбе.